Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Неизвестный мастер из племени Менде, Сьерра-Леоне. Маска совы. Конец 19 века, дерево 43/19 и 22. Эта маска предназначалась для церемонии инициации, празднования становления девочки женщиной и вступления в сообщество Санде, объединявшее полувозрелых женщин. Она надевалась на шлем и сочеталась с черной одеждой из пряди растительного волокна. Когда маска оказывалась на голове представительницы племени, дух богини воды Савей вселялся в нее. Он был призван сопровождать девочку во взрослый мир. Черты этой маски воплощают идеальную женщину Менде. Высокий лоб, свидетельствующий о вдумчивости, маленькие, глубоко посаженные глаза, говорившие о кротости, штрихи на щеках, метки красоты. Особенно замечательно замысловатая прическа. Контрастируя с гладким лбом, она увлекает разнообразием ритмов и форм, что в сочетании с объемами шейных колец, знака здоровья и статуса владелицы, делает изделие очень выразительным. Но вот такое описание к работе «Маска совей», неизвестный мастер из племени Менде, Сьерра-Леоне, конец 19 века, дерево, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.